Земля пустовать не должна. Сегодня об этом на коллегии Минземимущества, посвященной итогам работы за 10 месяцев этого года, заявил премьер-министр республики. По словам Алексея Песошина, в Татарстане 30,5 тысяч гектаров земель сельхозназначения используются неэффективно. Премьер-министр поручил муниципальным властям решить этот вопрос. Упомянул Алексей Песошин и другую проблему. Также повышенного внимания требует вопрос перевода земель сельхозназначения в состав населенных пунктов. Сейчас как раз мы это обсуждали. Особенно это касается пригородных районов, где приходится сталкиваться со спекуляцией такими участками при отсутствии соответствующей инфраструктуры. Алексей Песошин напомнил и о необходимости эффективного использования объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Проверка выявила почти 300 тысяч квадратных метров, которые не приносят республике должную пользу. Премьер-министр Татарстана указал на необходимость вовлечения этих площадей в хозяйственный оборот.